Да, именно здесь я даю очень дорогие скины за подписку. И сегодня я хотел бы подарить тебе данный ножик практически за 12 тысяч рублей. И чтобы ты мог получить данный нож, тебе всего лишь нужно подписаться на мой канал со всех аккаунтов, поставить лайк, также со всех аккаунтов и написать как можно больше крутых комментариев вместе с ID ВКонтакте или с Телеграмом, чтобы в случае победы я смог с тобой связаться. Писать комментарии нужно под всеми роликами, где проходит данный розыгрыш, потому что я выберу абсолютно рандомный ролик, и именно там подведу итоги. Скины я каждый день раздаю в своем Телеграме, на своем сайте, поэтому заходи по ссылке в описании. А теперь поехали смотреть крутой ролик. Сегодня в ролике мне пришлось пополнить один из самых популярных краш-сайтов на 50 баксов, чтобы попробовать выбить себе очень крутые скины. Краш-платы, мины, все эти режимы мы будем пушить сегодня. Поэтому сразу скажу, перед началом, давайте так. Сразу, есть 100% промокод, который дает плюс 100%, но только на первый депозит. Это промокод предатор. Используйте его, когда будете депозитить в первый раз, он даст вам бешеный бонус в виде 100%. На второй и последующий, без разницы, насколько, вы можете всегда использовать промокод PREDATOR30. Самый рабочий, самый лучший промокод, который только есть. Любые способы пополнения, все ссылки в описании, мы начинаем. $50. Моя цель сегодня это 500. Сделать в 10 раз больше и посмотреть, насколько сильно инсейн окупает. Начинаем мы, как обычно, с мин. Если нам везет и мы делаем X2, мы переходим в другой режим. Да, ребятки, единственный вариант, который я не буду рассматривать, это неплатный краш. Потому что он меня в крайне устраивает. Я попробовал поиграть на нем ночью, он меня слил, поэтому лучше я поиграю в краш плюс с честными коэффициентами, с хорошими коэффициентами. Ну а сейчас $50 и небольшая тактика. А тактика, конечно, будет у нас на 5 минок. 5 минок мы будем закрывать угол. И самое главное, чтобы вначале он нам дал. Если дает сейчас, будет супер хорошо. Но поехали. Раз, два, три. Отлично! Ху, я так боялся, что он может не дать. Каждый раз, когда я захожу в мины и нажимаю на эту минку, у меня постоянно как будто бы, знаешь, вот все внутри сжимается. $100. Это очень-очень круто. И сейчас мы, конечно же, давайте разменяем на 97, наверное, чтобы это было более-менее справедливо. И вместе с вами попробуем еще раз. Если сейчас с 50 баксов мы делаем сразу 200, то это будет очень быстрый ролик, потому что я думаю, краш 100%, коэффициент 2 мы поймаем. Но самое главное, чтобы сейчас нам дало. Поэтому давайте попробуем точно такую же тактику, тактику уголка, только с другой стороны. Раз, два, три. Да, 180, мать его, 9 бачей. Нет, я очень сильно хочу нажать еще раз, но нет, наверное, заберу, потому что ну его нафиг. Вроде бы идет вообще прекрасно, прям вообще вроде бы легко, непринужденно, классно. Но давайте дальше. У нас сейчас 189 бачей. Нам нужно каким-то образом, да, вот что, пойдем в краш и посмотрим, что у нас там. А в краш-сайте у нас очень интересная картина. 1.66, 1.78, это очень редкие коэффициенты для такого краша, как Insane. Поэтому сейчас, кстати, 1.71 это тоже редкий краш, поэтому прям сейчас. Я думаю, следующую ставочку мы можем поставить на X2. Хотя, знаешь, если сейчас пойдет очень далеко, там на коэффициент 10, как обычно это бывает, вот чтобы вы понимали вообще, насколько сильно на инсейне ставят в краше. Коэффициент 3 никто не вышел. Все ставили на 5 и больше. Все ставили. И сейчас я могу либо поставить, либо подождать. Давай подождем одну, потому что неохота. Вот просто я думаю, что сейчас, возможно, будет краш. Не хотелось бы, чтобы нас просто сливал. Смотрите, если сейчас он просто начнет и начнет окупать, возможно, ну, мы залетим в следующую, хотя я не знаю. Давай, наверное, просто пойдем в ролл, это сильно будет тяжело. Вот сейчас пацаны опять проиграли. Следующую, возможно, опять будет проигрыш, и это будет обидно. Поэтому заходим в ролл и смотрим, что у нас здесь. Черная, красная, красная, черная и два зеленых. Но, очевидно, сейчас должна упасть черная. Почему? Слушай, я не знаю почему. Потому что я верю в красную. Ну вот так вот, 189 бачей, просто взял и упиздюрил в красную. Почему красную? Потому что я посмотрел, что 41 красная всего и 51 черная. Значит, сейчас должна выпасть красная. Да! И следующее, возможно, тоже просто интересно посмотреть. Когда ты опираешься на историю игр, нужно смотреть то, что у тебя справа. Последние 102 игры. 42 против 51. Но тут шанс 50 на 50. То есть, очевидно, 51 должна быть на 49. Но не на 42. Это значит, что красная будет преобладать. Поэтому сейчас черная, потом, наверное, опять красная будет. 377 бачей. Иу, балдеж. Мы можем сегодня пойти на 1000 бачей и все это вывести. Как тебе такой расклад? Давай попробуем, что у нас в краше. А в краше у нас... Так, а я успеваю поставить? Вроде бы успеваю. На полторашечку аккуратно влепил сразу. 1.08, 1.08. То есть, когда мы ушли...
было куча крашей. Да, я почему-то решил на один, на полтора поставить, ну потому что я не оценил ситуацию. И да, пусть я буду один из вот этих пацанов, который сосал и вывел все. Да, знаю, что можно было поставить побольше, но я не успел. У меня на обдувание было там секунды 4-3, я просто вел полтора, просто нажал все. Потому что лучше поставить, чем пропускать. Ну блин, ну мужики вот эти сейчас сорвут просто. Пацан поставил на 5, а вот эти еще держат. 7 бачей. 7 бачей он выиграл 43 бакса. А тут выиграл 33. Ну гений. Просто легенда. 565. Я думаю, сейчас пойдем в минки, маленько посмотрим, что у нас там. Возможно, отгадаем 1-2 минки и вернемся. 565 мы сейчас вместе с вами разменяем на 565. Как бы странно это не было. Нафиг я это вообще делаю? Играл бы играл, но привычка есть привычка, от этого не убежать. Давайте попробуем сыграть на 3 мины 565 бачей. Попробуем отгадать 2, чтобы у нас было 1 и 2. Либо же можно сделать 5 мин и просто угадать одну. Это будет еще проще. То есть, если мы просто возьмем 565 бачей и просто нажмем в центр. Все. То есть, вот это будет максимально круто. Поэтому обязательно, пацаны, поставьте лайкосик. Сейчас мы идем на 1000 бачей. Фух. Пожелайте мне удачи. Да, господи, как мне тяжело принимать такие решения. Я не могу. Я единственный постоянно так играю в Crash Site. И мне хочется постоянно дать заднюю. Я не знаю, почему. Даже если это одна минка, мне все равно страшно. И посмотри, все вокруг в минках. Абсолютно все. Но наша цель — это 1000 бачей. Поэтому я предлагаю вернуться в Crash Site и посмотреть, что у нас здесь. 1.18. Кстати, 1.18 коэффициент. 5.1. Он опять крашил. Он опять крашил. Это очень не похоже на Crash Site Insane. Но он опять крашил. Как ни странно, да. 1.2. Заходит. 817. Прекрасно. И теперь самое важное. Что бы мы сейчас сделали? Пойти в ролл — это безумие. Пойти в мины, угадать одну минку — да, можно. Но с 50 бачей мы почти сделали соточку. Давай сделаем 100 тысяч и все это выведем. Амфибия, хотя очень крутые перчатки. Я бы прямо сейчас их забрал. Но у меня такие уже есть в инвентаре. Качеством немного поношенные. То есть вот это качество, оно даже слабоватое. Поэтому перчатки амфибия. Обязательно поставьте лайкосик. Используйте промокод Predator и Predator30, чтобы пополнять сайт. А я все это вывожу.